Ну что же, здравствуйте, наши уважаемые любители Point Blank, любительницы и, в общем, все-все-все, кто сейчас на стриме ВКонтакте и на Твиче. С вами, как всегда, у микрофонов Герман Громов и Максим Чеев-Терентьев в студии Arena for Game, и мы врываемся на боевые будни номер 256. Ну что же, первая игра у нас будет между командами Overdose и Dudos GG. Ну что же, покажут нам эти ребята, на самом деле очень интересно, заруба здесь ожидается, ну и мы готовы с Максом уже стартовать ставки. Максим, откроешь? Да, конечно, всем привет, дорогие друзья. Ну что, поехали, ребята, Overdose против Dudos GG, очень интересное противостояние, я думаю, здесь мы увидим очень большое количество раундов, невероятно. Невероятно жесткую борьбу. И, возможно, будут допы, кстати, между этими командами, потому что команда довольно-таки сильная, так вот, мягко говоря. Но посмотрим, посмотрим. Возможно, мы увидим даже одну из этих команд где-то в районе финала. В районе финала. Ну а на сегодня у нас будет три игры. Это первая. Всем привет, ребятки, просыпайтесь, не спите, наливайте кофе и уже погнали. Ну что же, Overdose в атаке, но у нас один не прогруз пока что у этих ребят. И мы выбываем в лобби. Мы выбываем в лобби. И что же у нас там такое? Краш или не прогруз, скорее всего. Но это, в принципе, дело обычное. Так, ну вот еще табличку надо было выключить. Как раз ее не выключил. Так, ну, вроде должно сейчас все быть хорошо у команд. Так, ну что, поехали. Да, все, врываемся. Небольшая техническая неполадка у одного из игроков коллектива Overdose. Ну и мы продолжаем смотреть. Продолжаем наблюдать. Ребята, ставочки открыты, принимайте активнее участие и будем с вами радоваться этому прекрасному событию под названием «Боевые будни номер 256». Ребятки, табличка пропала, все, там не флеймите в чате, все хорошо. Все very good. Только сейчас, походу, опять, наверное, не прогруз будет у игрока коллектива Overdose, потому что очень долго мы почему-то летаем уже по карте. Эх, да, опять не прогруз. И снова не прогруз. Ну что ты будешь делать? Что, снова выбываем? Надо дать просто хост парню, да и все. Пусть с хостом посидит. Пускай. Пускай. Я буду только за, если он все-таки прогрузится. Да-да-да, вот парни хост уже отдают. Но, в принципе, сейчас мы с вами, ребят, немного отходим от наших жарких битв легендарного дивизиона, да? Выходим уже на боевые будни. В прошлый раз мы тоже уже наблюдали бойцов коллектива Dudos GG. Ребята уже отыгрывали. В принципе, у них никаких изменений не произошло. Но вот я вижу, здесь Буш подключился. Ну, может быть, просто сменили никнейм. Но, в принципе, я этого ника в прошлый раз не помню. Так что посмотрим, как сыграет эта пятерка. Ну и что парни, собственно, будут показывать сейчас на этой карте. Какие тактические составляющие. Но мне кажется, пока что все будет по дефолту. Здесь ребята попытаются либо как-то растянуться по позициям. Под стрит, банан, там, БК плюс один, ЦК там или Зига. Ну и в соответствии оборона будет выглядеть примерно так же. Один альфа, один короба. Вот, да, супер, все прогрузились. Ну что ж, давайте посмотрим все-таки за вектором атаки, что здесь у нас будет происходить. Dudos GG сейчас находится у нас в обороне. Лев здесь уже принимает решение поджать позиции Зиги. Ну и также оптимист уже потихоньку-то помаленьку заходит в спину. По четверка. Буш уже оформляет даблки. Также от оптимиста есть заход в спину. Будет ли это даблкил от оптимиста? Давайте посмотрим. Нет, здесь Лев все-таки ворует фраг у своего тиммейта. И моментальный размен на Буша у нас. Залетает на Буша. На Буш. Залетает на позиции Хланга. Ну и, собственно, здесь продолжает сопротивляться. У нас Райс неплохо. Минус оптимист. Пошла перестрелка сейчас с директором на позициях Б-сайта. Ну, конечно, эта перестрелка не увенчалась удачей. Первый раунд в копилке коллектива Dudos GG. Ну что, ехала дальше. Сейчас команда Overdose должна изъять урок, что постоянно на длину там у них теперь будет Буш Аркадий, директор и так далее. И под эту позицию, наверное, пока что суваться не стоит, потому что там довольно уверенно себя чувствуют ребята. А вот здесь оптимист был в коробке, мог на самом деле путного прочекать, но пока что остается вне зоны контроля у нас этот молодой человек. Но и оптимист. Пока в коробе гладиатор и компания стягиваются ближе к стриту банану. И, наверное, разыгровочка под альфу все-таки будет. Здесь мопс уже ждет своих соперников, готов им штопать по головам. Но сейчас у нас Прометей еще с Райс Грэмори вместе будут выходить сплитом на длину. Вот интересно все-таки, да, куда попробуют выйти. Вот Хитли у нас забирает оптимиста, неплохо. И заход в альфу вроде как сейчас должен быть уже. Но здесь мопсик, ну сразу
сразу три человека к нему заходить, ему нужна хелпа, конечно, своевременная. Если его здесь теряют в начале раунда, это будет прям вот плохо. Ну что, мобс пошел у нас уже наносить дэмэдж по своим оппонентам. Хорошая голова есть по-путному. Отлично, что дальше, кто следующий? Так, у нас уже здесь гладиатор начинает чекать. Вторая пачка от мобса, очень уверенная. И уже вдвоем остаются парни из команды Overdose. И сейчас проблемки у них возникают. Буш идет аркать в центральное кафе, но пачка от Rise Grimory какая же четкая. Там еще если директора уволит, будет вообще все замечательно. Но директор здесь, конечно, работает просто на славу. Собирается с G20-10G своего оппонента. И Insomnia Hitly, просто Hitly. Остается один, но его лев здесь на самом деле должен уже просто законтрить. Но лев, кстати, не понимает даже, где находится последний игрок. Вообще информации, видимо, команды Дудос нету. Ну что же, ладно, это, в принципе, не особо страшно. Но вот сейчас по Хитли получается уже дойти информацию. Хитли делает минус. У него уже 7 хп. А почему мопсик не стреляет, я пока не понимаю, если честно. Ой-ой-ой-ой-ой. Хитли. Начинает дальше штопать у нас по головам, но здесь лев уже поднимается, вот в чем проблема-то вся. Лев поднимается и довольно уверенно Хитли бреет. Соответственно, 2-0 уже оборона обеспечила себе два раунда, ну что же, едем далее. Неплохо, неплохо. А как ранее отыгрывали бойцы коллектива Dudos GG, они также держатся. Также держатся, у них все проходит неплохо. В принципе, если парни будут продолжать в том же духе, то, мне кажется, могут даже попробовать себя в каких-либо дивизионах. Начнем с боевого, а там посмотрим, может быть, еще и поднимутся. Но давайте смотреть, что же будет происходить сейчас на боевых буднях. Мопсик откид хаи на позиции стрита. Но там у нас уже потный вместе с гладиатором попытается пройти. Путный будешь, братан. Путный заливается на позиции стрита, но здесь же гладиатор у нас находится. И потихоньку попытается зайти на позиции альфы, ну а здесь ребята полностью отпускают эту точку. На пятерке никто не контролит, только из дома у нас нашивает здесь мопсик. И Прометей как-то попытается зайти в короб, но тоже особо не решается. Какая-то нерешительная у нас атака сейчас, просто парни где-то висят на позициях, пытаются начекать какой-то минус или в общем оппонента, но... Что-то как-то это пока что результатов не дает. Уже просто минуту времени ребята потеряли, сидя у себя на позициях. Нужно срочно что-то делать. Таймер тикает далеко не в их сторону. Нашивка по пятерке. Опять же, кладутся у нас дымы на окна. Но вот перетяжечка у нас сейчас также есть под стрит. Здесь уже трое бойцов находится. Ну и, скорее всего, атака под альфу. Да, пошла там оптимист. Должен моментально из дому будет как-то перетягиваться. Ну и мопсик ловить информацию в соответствии по своим оппонентам. Но пока что, видать, этой инфы нету. Но гладиатор уже находится в позициях А-сайта. Установка плента имеется. Отлично. Отрайса залетает минус по оптимисту. И позиции короба потихоньку поджали. Но обратно стягивается на банан у нас Райса. И здесь же хелпа уже принимает. Ну что ж, будет ли это ответ? Будет ли это ответка? Нужна агрессия. Здесь директор как раз-таки принимает решение в соло отыгрывать через пятерку. Откид хае под позиции нубки. 16% здоровья у гладиатора. Отлично, есть минус. Ну и пошел заход уже в альфу. Перестрелка с путным. Есть минус сейчас по директору. Ну и здесь Райс вместе с Прометеем довольно-таки неплохие минусы оформляет. Ой-ой-ой, мопсик также слетает с этого раунда. Ну и в соответствии счет становится уже 2-1. Ответка зашла. Так, ехало далее. Что здесь у нас будет происходить? Смогут ли ребята сейчас сравнять как-то паритет в счете? Будет ли у нас счет 2-2? Или все-таки здесь опять коллектив Dudos GG смогут забрать уже третий раунд в свой актив, ну и в соответствии вырваться опять от своих оппонентов в преимущество 2 раунда? Есть работа на банане, здесь оптимист прекрасно слышит все эти передвижения. И от буша уже залетает минус. Залетает минус, трое бойцов сейчас находятся на банане. Здесь же гладиатор, путный. Но вот сейчас остался... Нет, уже никто не остался, просто парни пошли перетягиваться на стрит. От мопсика есть минус, гладиатор моментальный размен. И под пятерку стягивается у нас оптимист, будет принимать заход в альфу. Но пока что здесь агрессии никакой не наблюдается. Но вот откид хае прямо под ноги директору. Но он удачно минует эту хаешку, и оптимист по-прежнему контролит эту позицию. В руках у него теперь УА-93 парни. Ну и в принципе заход может остановить, причем очень уверенно. Этот девайс такой, он всегда на фасты рассчитан. Где-нибудь обороняться в соло будет хорошо. Но вот здесь опять буш находит минус по Райсу.
Есть перестрелка на четверке, а также здесь гладиатор на холопе от путного залетает минус. Ну и перетяжка на 4, далее уход уже под позиции БК, там лев будет принимать своего оппонента, 23% здоровья у путного, пошла перестрелка. Лев соточка от Кит Хайен, но пока что хилится, живет здесь у нас путный, но тем не менее лев пытается развести своего оппонента. От гладиатора есть работа на Зигу. А здесь же работает у нас директор, моментальный минус, отлично, и путный остается соло. 23% здоровья, конечно, не самый лучший вариант для него, но в принципе может еще попробовать отыграть, но директор сейчас зачекает, скорее всего, своего визави. Да, да-да-да, зачекал директор. Но и здесь путный особо не лезет в агрессию. Ой-ой-ой, какая пачка заходит, отлично. Но тем не менее, по-прежнему остается 1 в 2. Оптимист притягивается под дом, но пока что какой-то агрессивный Ай-яй-яй, в коробку, как же оптимист сейчас прочитал своего оппонента. Отлично, отлично, это третий раунд. Ну и в соответствии счет становится 3-1 за коллективом Дудос. Ну вот от Дудос была одна вот ошибка в предыдущем раунде. Ну, точнее, уже даже в позапредыдущем. Да, они отпустили Альфу. О чем мы с тобой говорили, да, на легендарном дивизионе? Делайте, пока получается. У них два раунда отлично получилось. Оборона Альф, потом бац, они на третьем отпускают и, соответственно, поймали себе ненужный раунд, так скажем, в минус. Ну и, соответственно, 3-1. Сейчас директор вновь начинает нашивать по длине, а вот там Буш уже идет прожимать, а у Буша позиция очень хорошая здесь. И Буш выходит, начинает по Хитли работать довольно уверенно. 23 хп у Хитли остается, но Хитли здесь дожимает. Хитли дожимает, лев на аркаде ЦК здесь также ловит уже двоих. Как хорошо он прочитал сейчас эту перетяжку от команды Overdos. Ну и Хитли вместе с Прометеем вдвоем остаются. Пошел дэмэдж по Прометею, директор даблкил также оформляет. Ну и Хитли здесь остается просто вне удел. Ну и похоже это четвертый раунд, да, совершенно верно. Четвертый раунд для команды DOS-GG в обороне. Ну, вот сейчас Overdos, похоже, нужно какой-то фаст придумать, который застал бы врасплох команду Дудос GG, и как раз таки под Альфу направляется основная часть команды Overdos. И вот интересно будет понаблюдать за мопсиком, как он примет эту позицию. Да, аркада в Альфу имеется, но есть первый минус уже от мопса. Путный там дальше должен прикреплять все уверенностью, заходом и так далее, но почему-то захода дальше нету. Но вот есть размен от путного. А в это время оптимист уже заходит в спину через банан. Ой-ой-ёшеньки-ёй-ёй. Вот это совсем бедовая беда. Ну, оптимисты здесь не прочекали, вот ловите плюху. Но оптимист уже занимает тэшку, закрыты просто на просторах стрита сейчас парни из команды Overdos. Один хп остается у путного, также он его теряет. Ну и оптимист здесь уже просто уже никуда не отпустит своих оппонентов. Райс Грэмер и также в сайте просто один. Но его никто пока не выжимает. Его просто пасут, его контрят и не позволяют поставить его в бомбу. Ну здесь, если гладиатор поставит пачку по тэшке, ну вот здесь Райс Грэмери также присоединяется, но здесь второй игрок уже команды выходит. А вот зачем сейчас пошел оптимист сжать, я не совсем понял. Лев также получает по голове, и ситуация моментально из 4 в 2 превращается в 2 в 2. Зачем нужна была эта аркада, если ваши соперники просто закрыты на стрите? Так ждите, пока не зайдут в альфу, вы же со всех сторон их уже окружили. И в итоге Райс Грэмери уходит. У нас на инсайд гладиатор остается на позиции стрита, но здесь Буш. Здесь еще имеется буш фуловый, поэтому здесь по гладиатору, скорее всего, залетит летальный дэмэдж, но и Райс Грэмер, скорее всего, также погибает. Да, Райс Грэмер гибнет, и гладиатор последний. Последний остается, но и проблемки у него также имеются, потому что два игрока фуловых против него. Директор начинает нашивать с пятерки по дверям, а таймер постепенно уже иссякает. Пора ставить бомбу у гладиатора, но 4 хп, конечно. Такое себе состояние здоровья у гладиатора. Ну что, пошла откидка в плент, и гладиатор здесь просто уже даже может не поставить бомбу. Но все-таки директор, да, удосужился, точнее не удосужился, а даже помог гладиатору сейчас пройти в ассайт. Но сейчас гладиатор сам себя и закрыл, и Буш его просто расстрелял с дома. Это 5-1 уже за командой Дудос GG, и пока не ясно, что нужно придумать команде Overdos, чтобы как-то завершить раунд в свою пользу. Но здесь ребята играют очень пассивно. Очень пассивно. Я по-прежнему придерживаюсь этой тактики. Вот что касается легендарного дивизиона, там, элитного, уже более высоких до уровней игры, там я, может, и соглашусь, то, что где-то у ребят есть пассивные тактики атаки, где заставляют понервничать своих оппонентов, потом идет все равно резкий фаст. Но здесь у ребят постоянная ошибка — это вот этот пассив. Они всегда идут очень-очень медленно. Они нашли минус, они все равно перетягиваются очень медленно на эту позицию и в соответствии дают возможность своей... Ой-ой-ой. Ну это досвидули. Дули-дули, досвидули. Ну ладно. Здесь у нас Буш пытается отыграть
Зигу находит минус сейчас, но путный моментальный размен. И здесь, по ходу дела, все-таки заберут этот раунд ребята. Да, залетает пачка. Залетает пачка. И это счет 5-2. Но, тем не менее, фаст должен быть. Фаст должен быть. Здесь игроки у нас не должны успевать обрабатывать информацию в обороне. Если же этой агрессии не будет, нашли вы минус, сразу же перетягивайтесь на эту позицию, давите ее. Или наоборот, продолжайте давить. Там нашли минус под бетой, давите альфу фастом. Но сейчас, опять же, с бочки у нас есть минус. Но здесь оптимист. Моментальный размен оформляет даблкилл. От путного также залетает минус. Здесь же Прометей у нас пытается отыграть через центральное кафе. И у него на подхвате райд. Давайте за ним посмотрим. Буш потихоньку выходит с позиции короба. Лев находит минус сейчас по Прометею. Пошла перестрелка. От Льва залетает даблкилл. Неплохо. Но Путный также оформляет дабл в свой актив. И пока что у него 100% на хелсбаре. Перетягивается уже на позиции Асайта. Но давайте посмотрим, сможет ли оформить хотя бы одного бойца в груз 200. Или же все-таки сейчас Путного самого отправят у нас в таверну. Смотрим, смотрим. Запускает все-таки в позиции плента. Установка уже имеется. Но, скорее всего, Путный будет уходить под стрит. Будет уходить под стрит с этой позиции принимать? Нет. Нет, да, да. Нет, нет, да, да. Окей, окей, уговорил. Но здесь директора также уже наблюдается притяжка под пятерку. У ребят нету информации, то, что соперник перетянулся на позиции стрита. Но, в принципе, сейчас при заходе, мне кажется, парни быстро это поймут. Один пойдет на деф, один пойдет выбивать. Ну вот уже есть информация, собственно, сам спалил свое местоположение. Ну и здесь пошла агрессия от Буша. Ой-ой-ой-ой-ой, пачка заходит, отлично. Но это счет 6-2 и последний раунд первой половины. Опять же, да, вроде как поняли овердозы, что нужно делать против команды Дудос. Же они вот идут звеньями, допустим, 2 на длину, 2 на ЦК. Они делают минус, и получается хорошо у них это. Но вот сейчас нужно как-то вновь немножко ему угомониться, немного более спокойную нить игры поймать. И вот просто ходить звеньями, пытаться отстрелить точку. То есть остальная там двойка либо тройка игроков должна просто сидеть и ждать поджима. Потому что Дудосы жмут постоянно. Ну вот, Прометей ловит пачку перед ЦК. Но Лев здесь, конечно, действительно, как Лев себя проявляет, аркадит. Просто на бешеный плюс морали сейчас увольняет своих соперников. Ну а в это время Райс Греймари по длине работает как же уверенно. Уже даблкилл имеется от команды Овердос. И проходит под бетон игроки. Но вот Мопсик начекал. Хорошая хаешка от Льва. Так, ну и Райс Греймари, зачекает ли Льва или нет, но здесь и Мопсик уже, ой-ой-ой, 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 как же Греймари сейчас круто отыгрывал, но Лев есть Лев. Лев это Лев, но Лев сейчас может еще и две пачки поймать в итоге и забрать квадрокилл в свой актив. Ну посмотрим, пошел нашив по Путному, 55 хп, но Путный оказался здесь немножко сильнее за счет, да, вот этого барьера текстурного для команды. Овердос, вот эта вот мусорка, которая позволяла стреляться только на голову Льву, но Лев в голову не попал. Оптимист 1 в 2, возможно, это будет клатч раунд сейчас, ну а вполне вероятно, это будет троечка для команды Овердос. Вообще, в идеале в атаке нужно себя вести как-то более раскрепощеннее, в том плане, что ты должен себя чувствовать здесь уверенней. Ты атакуешь, и тебя должны бояться, куда же ты выйдешь, ну а пока получается абсолютно обратная вещь. Ну и оптимист. Садится, видимо, на дефьюз и будет, наверное, как-то выманивать своих оппонентов на префайра. Или пойдет сразу в стрит. Но здесь на перекрестном огне и у Путного. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ёшечки, ой-ой. Оптимистяра. Просто, просто нереально жестко сейчас оптимист раздал. И в итоге это 7-2, первая половина. Сокрушительным счетом заканчивается не в пользу команды Овердос. Дудоса, конечно, здесь браво. Отдефались, так отдефались. Молодцы, ребята. Да, молодцы, ничего не скажешь. Но и здесь уже небольшие проблемы все-таки начинаются у соперников коллектива Дудос, да, Овердос. Здесь ребята просто сами себе проблем наделали. 7-2, да, счет у нас первой половины. И в соответствии сейчас Дудос у нас начнут сразу же прессить. Сразу же прессить. У них нету такой пассивной атаки, но, ну, по крайней мере, с прошлых боевых будней я этой пассивной игры не видел. Этой пассивной игры не видел. Они, в принципе, играют агрессивно, где-то с напором. И в соответствии сейчас ребятам из коллектива Overdose нужно срочно собираться и готовиться к тому, что каждая позиция будет сейчас под жестким напрягом находиться. И моментально перетягивать туда саппортов. Или же все-таки готовиться к тому, что нужно перестрелять одного-двух своих оппонентов. Поставить там УАшки в упор, не знаю,
сишки, может, какие-нибудь или еще что. Но, тем не менее, ребятам сейчас придется, мне кажется, ой, как не сладко. Но, опять же, я сужу по первой половине, потому что парни передвигаются больно пассивно. Больно пассивно мы с вами привыкли уже к такому быстрому темпу игры, где постоянное передвижение от бойцов происходит, будь то атака, будь то оборона, там, хоть закрытые тактики, хоть пассивная атака. Все равно передвижения идут очень быстрые. Где-то постоянно падает информация среди бойцов, а вот здесь сейчас я этого не наблюдаю. Сейчас я этого не наблюдаю у бойцов коллектива Overdose, так что ребята должны просто срочно собираться. Ну, может, вот оборона у них как раз-таки пойдет более лучшим способом. Ну, смотрим. Смотрим, сейчас прогрузимся. Да, отлично, все в прогрузе, никаких проблем у нас не наблюдается. Ну и давайте посмотрим сразу же за вектором атаки от коллектива Дудос. Есть уже трое бойцов на позициях инсайда, заход под стрит. Буш уже работает через четверку, будет накалять ситуацию короба. Там же гладиатор на обороне и директор на подхвате, чекает центральное кафе. Ну и также подтягивается сейчас к своему тиммейту. От Хихае под позиции пятака, от гладиатора залетает минус. Есть также размен от директора, но директор также ловит пулю в лоб. Оптимист, заход в позиции Асайта, но здесь никакой хелпы ему не было, просто оптимист залетел соло. От льва размен, отлично. И вот сейчас мопсик попытается повторить ту же самую ошибку, ну, у него это прекрасно получается. Почему атака идет в соло? Почему ребята заходят одни? Это огромнейший вопрос, но вот здесь лев, конечно, выкладывает сейчас для своей команды. Уже оформляет даблкил, на хэсбаре остается еще 100% здоровья, но... У соперников также по сотке. У соперников также по сотке. Нужно убрать еще двоих. Но сможет ли сейчас лев оформить квадрокилл для своей команды? Ну и, собственно, заработать уже восьмой раунд в актив. Давайте посмотрим. Есть перетяжка под позиции БК. Нет, уходит под ЦК. Уходит под ЦК. И там пошла также перетяжка от Райса в дом. Путный будет на подхвате. Ну вот перестрелка на Зиге не приносит никаких положительных результатов льву. Ну и в соответствии это первый раунд, который отыграли ребята на смене в свою копилку. И сейчас становится уже 7-3. 7-3, сейчас атака у нас опять же начинает лажать. Опять же начинает лажать атака. Вот эти заходы по одному, просто сливы, когда позицию принимают как минимум два игрока. Но здесь Буш принимает решение опять же попытать удачу. До свидания. До свидания. У нас улетает уже Буш с этого раунда. Вот зачем такие поджимы просто в соло? Просто в соло. Я машина, я убийца. Я, конечно, все понимаю, но тем не менее, хелпа нужна. Нужна каждому игроку. Вот здесь мопсик также ловит пулю в лоб. Оптимист. Вроде как есть размен, но нужно найти еще один, чтобы сравнять паритет среди игроков. Райс обороняется с позиции Б-сайта, непосредственно чекает лонг, там же находится оптимист на молочнике, но у него 69% на хелсбаре, и пока что агрессивных действий от него не наблюдается. Лев перетягивается под Зигу, но здесь уже будут принимать сейчас с уашками в упоре, пошла перестрелка, у льва есть информация, но задать нет. Лев все-таки минусует своего оппонента, сейчас у Райса есть информация, то что Зигу продавили лев. Ну здесь лев просто выкладывается на 200% для своей команды, также оптимист ставит пачку, и пошла перестрелка сейчас в доме, но здесь моментальным саппортом залетает директор просто на эту позицию, минусует гладиатора, и это восьмерочка для коллектива Дудос. Слушай, но лев реально лев. Он прям левушка такой, прям левище. Парень просто вообще выкладывается на все 300-400%, делает нереальные минуса, которые вследствие позволяют команде забрать раунд. Но мопсик сейчас садится под аркаду окна и заметил, кстати, Прометеус. И Прометеус должен здесь как-то выживать. А вот Буш в это время заходит уже за кассу. Ну что, пошел дэмэдж по Бушу сейчас. Ну и 11 хп, ну довести чуть-чуть нужно было прицел. Но директор все-таки здесь одолел своего товарища Прометея. Но Прометей это такое. Ладно, пока что все довольно неплохо у команды Дудос GG в атаке. Есть преимущество в один раунд, но вот мопсик сейчас мог на самом деле погибнуть. И нагибы по... напрасно. Вот Хитли находит размен. Мопсик со львом делают какие-то нереальные вещи. И лев, я вот льва просто упустил. Левушка еще один раунд забирает для своей команды. 6-1 у него статистика. Парни из легендарного дивизиона, присмотрите, пожалуйста, за этим молодым человеком. Он просто ломает кабины. Ну и посмотрим, как будет сейчас оборона и атака выстроена. Оптимист у нас вновь по длине заливается. Кстати, уже 4 игрока на длину. 4 на длину. Что ты будешь делать? Ну и давайте за Прометеусом посмотрим. Он уже в дымах находит первого. Это минус Буш. Райс Грэмер из-под бетона. Бреет оптимист. Райс Грэмер и даблкил. Лев все-таки с мопсиком сделали размен. Но вот мопсик еще один фраг оформляет. Это уже 2 в 3. А ситуация была 5 в 2.
И что хотелось бы сказать команде Overdose, зря они вот пошли в эту аркаду, аркадить вообще не надо было. Кстати, вот в спину выходит Гладиатор, но его здесь ждет Лев, и Лев делает еще один минус. 2 в 5, 2 в 5. Но все-таки Хитли здесь немножко уравнивает шансы, 1 в 1, но в это время Лев уже занимает позицию короба, а в это время Хитли садится на чека третьего лица, который, к сожалению, для него и его команды ничего положительного, отрицательного не принесет. Ну и Лев просто убегает под позицию Альфы. Сейчас будет установлена бомба. 64 хп против 78. Относительно равная ситуация. Но вот за Львом давайте посмотрим. 7 к 1. У него статистика. И Хитли 5 на 3. Пока что тоже довольно уверенно себя чувствует. Именно в плане стрельбы. Ну вот Лев на старую добрую нычку садится. Старую добрую, если еще нагнуться здесь, то... Опа! Читает мысли Левушка. Левушка-красавушка. Прочекает ли Хитли? Вот что интересно. Ой-ой-ой, поднял немножко Лев. Лев. Голову раньше времени, и все-таки еще один раунд отыгрывают. Овердозы это 9-4. Но все равно остается один раунд. Один раунд, который отделяет сейчас Дудосов от победы. И если они его дожмут, а они его в скором времени в любом случае дожмут, они сейчас уже переходят уже в более агрессивный стиль атаки. Фастом прессить какую-то позицию, но сейчас будет сплит-пуш. Зига плюс позиции Ланга, но здесь от Райса залетает минус по оптимисту. И пошла работа на Зигу. От Китхае также под эти позиции у нас имеется, но Бету обороняет сейчас трое бойцов, и пройти эту позицию будет очень сложно. Но давайте посмотрим. Буш потихоньку поднимается уже Зигу, директор на подхвате. Пошла перестрелка, есть информация по игроку в доме. От Льва опять же залетает минус сейчас по Гладиатору. Ну и потихоньку-то помаленьку будет, скорее всего, работа на Альфу от этого парня. 78%. Ну, смотрим. Смотрим, ждем, что будет далее. Пока что Лев особо не накаляет эту точку. Вообще нету никакой информации. А сейчас к Бушу-то в спину зайдут. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это фейл. Вот это фейл сейчас был, конечно. Но Альфу полностью отпускает. И если бы об этом знал Лев. Ой-ой-ой. Вот мог бы заходить уже под эту позицию спокойно. Ему бы скилла хватило убрать своего оппонента на ближайшей газировке, да? Там одна голова торчит. С учетом того, как он шьет в пикселе, все хорошо у этого парня было бы. Но вот сейчас Путный просто закрылся. Закрылся за газировкой. И в соответствии... Пока что будет сидеть под чеком Альфы, но все равно в нее можно пройти незамеченным. Но Лев принимает решение зайти на позиции. Коробки. 78%. Есть ли информация у Путного? Ну да, скорее всего слышит. Скорее всего слышит. Также директор будет накалять ситуацию через позицию Ланга. Лев не видит своего оппонента. Пошла перестрелка. Отлично. Есть минус. 78% здоровья. Также дроп под парыч. Но здесь Лев не смог одолеть своего оппонента. И директор отыгрывает через позиции длины. На данный момент также пытается отстрелить своего оппонента через позиции молочника. Но Рейс моментальный размен оформляет. Ну и собственно еще один раунд как результат в копилке коллектива Overdose. Так, идем далее. Идем далее, что у нас здесь будет происходить. Пока что ребята заливаются, опять же, под позиции инсайда. Скорее всего, попытается давить уже Альфу. Но именно фастом от Китхае под позиции стрита у нас наблюдается от Путного. Путно, имеется open track. Директор, моментальный размен. Альфа открыта, сейчас можно ее прессить. Буш также пытается зайти на позиции короба. У него это получается, минус гладиатор. Но моментальный размен от Прометея у нас следует. И пошла работа уже в Альфу. Занимают ребята позиции пятерки, а там оптимист. Коварно идет в спину, но здесь Райс будет чекать своего оппонента. Давайте посмотрим, кто кого поймает, кто... По кому оформит минус. Ну и, собственно, здесь все-таки, да, оптимист не выживает. Райс моментальный минус, но позиции Альфа под контролем коллектива Дудос. И здесь же директор принимает пятак. Есть минус. И Мопсик. Мопсик хелпа уходит под пятерку. Зачекал своего оппонента. Директор дабл килл. Отлично. Нет, даже трипл килл в этом раунде. Да, директор, директор, квадро. Просто квадро это десяточка для коллектива Дудос. Ну и, собственно, счет у нас 10-5. Да, поздравляем команду Dudos GG с победой. Молодцы, ребятки. Ну а мы что? Мы будем ждать следующей пары. Ну а пока мы объявим победителя конкурса ставочек.